это неправильно работает. То есть это закончится крайне печально. Касочку? Ну, смотри, да, соло таргета 7-е место. Ну, чувака, третий спик? Ну. Да. Миша, так не получится. Хапал. Вот специально должна. Че, можешь представить себе вагу в хапале? Бабл, живострик, почему не готова? Касочку. Страшный сон пианист. Дарт, бери направо. Зачем? Ну прикольно смотрится. Ну, пофигу возьму, если никому не надо. Вон, видишь мой транс? Такие же. А тебе Кирс тоже на третий спик, да? Нет, я думал, на хила можно забрать. А, на пятый уже. Блять, забирай, конечно, на хила, че ты молчишь-то? Там мне не критично, я просто думаю, стоит вообще эти 4-5 на хило делать. Пишет человек, привет, сказали, ты торгуешь долгоногами? Если да, то почем? Торгуешь. Оптом, блин. Почему мне уже смешно? Почем торгуешь? Ты его спроси, а какими долгоногами конкретно? Они разные были. Наверное. Ну, вот. Типа, да, есть маунты, есть эти. Чё ты там, спалил кто-то, спулил? Ну, шаман какой-то вот. Бля, вы чё? Ну, понятно, это вот, знаешь, как написали, сядь был, да? Таурен, посмотри. Таурен. Да, блин, у нас все шаманы таурены, кроме Полины, по-моему. Не все. Ну, смысле, хорошо. Таурен женского пола. Вот у него ну, щит вот этот ордынский. Сядь, это ты был, да? Сядь такой снял щит сразу. Ну, наверное, не специально. Дозария не специально получил 500. Здесь будет повторение. А чем он сагрил вообще? Тотем поставил или что? Просто прыгал там. Ага. Давайте, давайте больше не будем пулить весь трэш вообще в комнате. Да изи, сколько там? 3 великана сыграть? Да-да-да, как мы выйдем. 1 лям не добили. О, у нас что? Сойди. Конечно. Или один? Копии второй. Короче, мне копии просто держать, да? Прихожу, а я... Вот, же братский рейс вписать. Чё за шёл, чему удивляться? Думал. Был живострик, почему не готово? Касочку? Ваги, а как ты здесь оказался? Я спас великого протвара. Это стопудово сядь, потому что, ну, даже когда сагрились эти мобы, там красненьким воду обвелось. А где нормальные танки? Могу зайти. Вон нормальный танк. Нифига ты библ, блин, убежал куда. А чё ты сядь отникиваешься? Ну сагрил, сагрил. Какие проблемы-то у тебя? Не знаю, зачем ты бежишь? Ты понимаешь, тебя увидели... Игроки с рейда, а помимо этого, вот, время тянет? Спалили. Возьмите ресницы, блять, время идет.
Бибол, смотри, вору мусорки сидит. Там ему и место. Это его новая броня. Он думает, одеть себе или нет. Вместо чисто? Кстати, Дарт, ты что, на хилосе это 5 не собираешь? Или у тебя... Я еще больше хилил, нет, спасибо. Ты понимаешь, что тебя все равно в инхе тут не будут пускать? Ну, вот выйдет какой-нибудь вершина хиджал, посмотрим, а хилить не смогу уже. Все шамановские шмотки и хиловские актуальны. Я вон в 2Т10-2Т5 бегаю, нормально. Ну я в 4Т4 скоро буду бегать, на Т5 это 30. Так Т4 даже получше, чем Т10 выходит, не? Ну да, так-то. Вот, нормально, будешь 4Т4 писать. Так, ребята, на этот, на совет не будет места для Роги? За штанами. Если никому не нужны они, то да, будет. Я думаю, вряд ли кому-то, с учетом того, что шаманов в принципе только в НХ. Вон Булеван наступит. Теорус, где ты, бля, там моб идет? Да я вижу, вижу, иду, не переживай. Блин, а новый макрос придумала. Где-то здесь был макрос один, вот этого, как его зовут, пиво. А, кстати, мне сегодня рассказали из Карконов, что им челик какой-то, забыл, хулипал, не помню как ник, короче, пришел в гильдию и стал переманивать людей в гильдию пива, там девчонка играет за этого персонажа. И типа все отказали, потом написали пиву, что за хуйня, что-то у нас людей переманивают, прям так в открытую. Он говорит, ну а что, это ж не ваши люди. Типа, что хочу, то и делаю. Почему я не удивлен? А девчонка ушла, ливнула с гильдии и пошла потом какую-то еще другую искать там. Блять, страж дальше потихо. Лёха пишет, смотрю, стремец, некоторых уже бы кикнуло с рейда. Ожидаемо. Коронавирус. Бля, ой, бля. Лучшая тактика за шамана стоит, что там очищение. Я хотел сказать, надо бежать в хила, то есть по себя, ну ладно. Кир, страдай. Просто про товар дальше всех забежал. Понимаешь, я не могу понять, в какую сторону надо отойти, чтобы эта херня не кот. Тут просто туннели, блин, ни туда, ни сюда. Ой. Короче, ладно, стоит тотем очищения на работе. Меня тут постоянно Гена пытается убить, встает в упор, а начинает себя дис... А потом оказывается, что мне диспели себе не надо, а за счет того, что у меня есть хилка, маны я трачу. И вздыхает сова. Thank you.
что там били. Там, если здесь. Блин, стаки закончил. Дэл, ты там все время спамил, что ли, по кому-то убить? Ну да. Ну что ты нашел? На ноги и на шапку? Чего-чего? На ноги и на шапку, говорю, нашел, да? Да, и на ноги и на шапку нашел. Ну на шапку возьму ближе к вайш. А этот шестой, он сидит на ноги. А, кстати, его уже брать, наверное, можно, да? Ну, трэш дочистим, возьмешь. Что-то ник знакомый, он, по-моему, в прошлый раз был. Да, он и у меня брал шмотку, и у Ваги брал шмотку, и опять у меня... Это кто? Вон, Линогрыз, видишь, Лок? Не, у меня он ничего не брал. Как не брал, а у кого? Ты же вроде его брал тогда. На Т5, вот я такого не знаю. У вас там танк что-то танчит и подыхает. Нормально. Все просто Дискорд слушают и не хидят. Не, ну, а типа, всем похуй, все разговаривают. Типа рейд отъедается, отпивает. Ресует народ. А как пианист может смотреть, если он нет его в зрителях на стриме? А ты проверил? Да. Ну я просто думаю перед тем, как... Так вон же он висит под потолком у рейда, как это, с админки зашел. Вон еще красным в рейд-чате пишет: пианист смеется над Фарадову. Он на стриме убибло. Ох уж эти шуточки от Делоруса. Про дезурон на воздухе взломание-то. Ну сработало же. Активнее трэш бейте. Ну-ка, Полина, выпадет текстант или нет? Почему вообще Полина молчит сегодня? Вы там что, замутили, что ли, или что? Нагола нету, и общаться не с... Рада, я слышу. Видишь? Вот так и затригит. Да не, я просто музычку врубила и... ДК, чё стоишь? Иди трэш бей. А у вас Неликс всегда на первом месте по ДПС? Ну вообще он нормально дамажит, а что? Конца, да, там... Ну я думаю, что не это не самый топовый, он всё время, когда вижу, он себя на первом... Ой... Да, мало много тебе говорят. Когда фармит ткань, там равных нет. Ну, Эликс вообще нормально играет, зря вот так. Не, я просто помню, что, ну, как бы, я сколько раз он попадался, он всегда был на первом месте. Ну, где-то в рейдерс. А, если ты про РБК, то, ну, типа... Не, не РБК, там ЦЛК, еще что-то. Да он слакает просто. Еще его, по-моему... Ну, не ошибиться, по-моему, Редвар все время говорил, что он мало дамажит, дамажит больше. Не, ну Редвар однозначно больше Неликса дамажит. Не застал в то время, когда не было Т5, и Неликс, и вправду, был постоянно в тот... Только босса не заиграет.
Когда он топе был? Когда 4 было? Сейчас просто ШП-шка уступают другим классам. Хантам, локам, макам. Обычно ШП был Т4 первый. Все зависит от того, какой босс. Если там в Старпеде много изменений было. Старпеда очень сильно била, потом все понерфили. Оль, чуть-чуть вперед. Ну, уже не важно. Вы суманете или лететь? Короче, мы еще чистим трэш. Вообще прикол в том, что ШП нормально дамажит, там тебе надо бегать. А вот по стоячим он, конечно, будет уступать. На то, что очень многие ноют до сих пор на то, что ШП не дамажит, просто у них руки не с того места. Ты там рейндж словите, чтобы коронавирус-то закончился. Я вот и не встаю, жду, пока коронавирус закончится. Кирс, твои пояснения звучат так, как будто ты за ШП никогда не играл. Давай, вставай, говядина. В смысле, я никогда не играл? У меня вообще-то нету ШП. Но я просто вижу, что вижу. Как бы Налик же не единственный такой. Миша, я тоже тебя люблю. А меня? Я больше. Подожди, показания. Блять, увидел. Здравствуйте. О, ничего себе, здорово. Какими судьбами? Зима закончилась. А, да, да, да. Где вы там? ДС. Побеждаем коронавирус. Чё, ники назвать, да? Неликс отъехал, Кирс сядь, Дратпал. Нам надо словить рейндж друг от друга. Че, малышка Корви забрала? Ну, отъехал. Монород. Big Bubble. NX. Void. Сука, словите рейндж просто друг от друга, вы что? Так, не NX, Void, сука, словите рейндж. Все нормально до момента, пока кто-то не начинает мимо других. Кто-то это ДК, я ему в прошлый раз говорил, не бегай ты по рейду. Он... другой РТ, и он все равно делает так же. Жопу чикать будем. Ничего страшного. Сейчас добегается и бежит на замен. Добегается. Нафига вы пулить дальше побежали, если люди дохлые валяются? Красиво зверолов поймал сову. Чё стали? Бегите дальше, пульте это. Там ещё ебать сколько мобов впереди. Надо встать. Еще моб ползет. Блять, добавил, короче, гидрометру, друзья. Так, ребята. У нас кто-то ушел на пенсию, его габан, товарищ габан. Рейдерский захват случился. Теперь постоянно следить за ним приходит. 90-е настали. Да, все. А зачем ты его добавил, все, друзья? Чтобы видеть, если он вдруг ренейм сделает. Чтобы к нам не вступил, что? Угу. Там еще... Кто хочет послакать на боссе?
Кому лут не нужен? Мы еще трэш не добили. Он милика какой-нибудь отправил. Да у нас Санта и главный милик, я вижу. Ладно, Сантей, задолбал ты меня с вчера, иди, короче, слакай. Я теперь понял, как можно... Алекс, понимаешь, что если уйду я, заберет Жужин, и ничего не поменяется. Так, на Анекс тоже на замену, Коника в рейд. Коника, ты чё, ОД надо? Кислый, хочешь в рейд? Че? На кого-то, на кого-то есть. На полководца. Да мне пофигу, кого бить. Давай. Так я не понял, что за полководец. 5 боссов, блядь. 5 боссов, 3 трэша. Давай, 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 давай. Из меня вот там что-нибудь. Вага, я там этого лока суманул. Группа. Так, я понял, кислый отбой на этого босса. Чувствую, чувствую. Ну вон, бай разогнали. На следующий упадешь. И будешь летать в сферы. Так, значит, Редвар у нас будет танчить шамана. Войд будет танчить самого босса. А Монород будет держать сразу же приста вместе с хантом. Прототанки танчат сейчас у нас? Нет. Не танчит. Ну это так. Приколы ради. Чтобы посмеяться над ним. Какие тут шутки могут быть? Давай будет совсем, блядь. Зачем Неликсу МК? Да дай ему, что, жалко, что ли? Неликс, ты помнишь, сколько мне до лоялки не хватает? Ну, в стране кризис. Я в хила. Нет, зачем? Нам тут 5 хилов хватит. Меня всегда спекали, мы здесь были в 6. Мне 5 хватит. Может, у меня самому тебя соки перекину? Талорус, смани меня. Ну что началось перед боссом? Что вы тут жрёте? Ох уж эти волшебники. Миш, тебе самый раз хп. Сапрот пить или АП? Сапрот. Обязательно всем сапрот выпить на этом боссе. Неликс, ты видел, как он красиво делает? Вначале тебе МК дают, потом в Долоранс. Розария, ты приоритетно хилишь Редвара на шамане. Смотри, чтобы он не упал. Окей. Кто мне в личку отписал, да, хорошо. Пускай все остается так. Я готов. Готов к чему? К труду и обороне. Ничего себе. Ирче на пул. А, подайте. Сапроты не забудьте. На кого первый на пол делает? Медведи, Монород. Делаем на пол на Монорота, чтобы Прист Хан и Пэт Ханта были на нем. Редвар забирает шамана и уводит его к проходу. А Войд стоит, грубо говоря, там, где сейчас звезда вот находится. Там ее и танчит. Ну, чуть ближе, чтобы там хилы доставали. По отсчету пулем.
Сколько кулак можно пороги? Может тебе и милитотен поставить? Можно так тоже. Ну чё, началось-то? Прикольно. Жена НБРФ Фарада. Похоже, надо было оставлять хп. Хилки он скидывал. А может, сапрот надо было выпить? Он есть. Есть, у него сапрот, я проверил. Я уже сам хотел на него наехать. Мне критом просто прилетел. Эх ты, волшебник! Ну, 36 тысяч дамага я не пережил. Слабак. А если мне еще и каску со станиной не бафнут, то и второй раз не пережил. Щелки в карнан. А я не могу бафнуть, у меня ману все сдрейнили как бы. Сейчас так каждый бафер. Ой, маны нету. Ты не серьезно? Хант гадюку повесил, это как бы все, гг. Дарту ману дайте. Ну как кто-то на тотем их накручивает. Ну что там работает по тотему вроде? Нет, нет, я проверил. Я уже подумал, может я что-то не знаю. Ну, видишь, ты не знаешь, а я не знала. Теперь знаю. Что сказала, сама не поняла, ну но... Короче, ты более опытный. Ну, типа того, наверное. Все возможно. Интеллектуального разговора. Вы, кстати, зря так много флудите. Несмотря на то, что я ничего не говорю. Я просто со временем бутылку буду начислять к большому объему за флут и все. Вы, ребят, доведете второй пианист будет. Если б все было так просто. Ребята, вот эта вот парочка, после этого босса вы улетаете незаметно. Даже ГП вам давать не буду.
Блин, Эликс, хрен догонит. Все, потому что моя Кави села. Да это издевательство, слушай. Это тренинг 4-й КД подряд падает. Так она всегда падает, по-моему. Какой раз подряд? 4-й? 4-й, да. Ну лично при мне 4-й. Я понимаю, она беспонтовая, да, вообще-то? Конь не дамажит. А конь, конь. А чё у него вялый вихрь не на первом месте? Сдулся? Значит, кровавый взор уходит на замену. Зилфрид тоже уходит на замену. Мне выборы просто не нужны. Кават заходит в рейд, Редвар в ДД. Кислый тоже в рейд. Казум, Буливан, кто хочет в рейд из вас? Это почему они? Буливана ФК, что мышка вот Казум за. Блин, походу надо было тогда забирать. Попытайтесь как хотя бы свести мобов. Пытаюсь от них не отъехать. Груплут стоит, короче говоря, от БУЕшек воронок отказывает. Синьку, зеленку, гридим либо пылим. Кто-то что-то понедит, ГП начислю. Это, то есть воронки за ГП, да? Тихо, слышно. В личку напиши. Я... Не, забыл, то, что микрофон убрал, а у тебя Эдринк нужен. Ну, в спек ее все, кто ролили, из них выше по ролу был я. Эдринк говно. Он пускай лежит. На минуту отойду. Воронки просто уходят в ГБ. Они просто там лежат. ПОЕшки продают все как обычно. Неликс поставил. Забираем народ сюда.
Коват, ты в танке. Окажись, бой сразу. Я хочу, блин, понять. Могу. Почему у тебя выбор славы выше, чем камень? Войд будет на боссе, Коват ему народ на трэш. А при суммоните? А мы сейчас трэш добьем и всех суманем. Сейчас релок сделаем. Казум, ты же в демоне, да? Да. Чернотролль, спекайся там обратно, в чем ты ходишь. Казума, у тебя вообще есть, ну, кроме демонов спек? ПВП только. Коват, стянем по 5. Поставьте Дживса. Всех суманули? Да-да, весь рейд тут. Верчу на пол. Кулачочек. По фунту. Все. Кислый. Готов? Все готово.
Че, наверное, пора воет? Слишком далеко. Вы бы ушли из-под лица. Ёб твою мать, только бусты нужны. Мосу БР кислого. Я в луже. Радва, не туда. Жунайн, если есть БР, БР не кисло. Там близко. У меня БР был. А, ну все, отлично. Кашку. Вага, мы сегодня в Лока пойдем, не? Да. А фу? Да.
Отказываемся от лута. Да, все равно без проблем. Прям сухого, такая печалька. Ты навешал доту, раз ударил. Заюзал звездопад, и прям в эту же долю секунды портует. И там бегут эти, блядь, гоблины. Течение обстоятельств. Как говорится, сова доказана. Это, парни, пока трэш бьем, он температуру померяет, хорошо? Звездопад — это зло. Надо правильно пользоваться. Что с этим было? Мейн спек. Оф спек. Вот это можете паролить кому надо. На транс можно? Да. Это тоже рольте кому надо. На мейн спек кольцо. На оф спек. Неликс слепой.